А это мать и мачеха. Вон даже уже по цветочку кто-то летает на цветочке, собирает пыльцу. Похоже на маленькую пчелку. Почему она называется мать и мачехой? Сейчас, к сожалению, листочков нет, показать не могу. Ну, может быть, кто-то знает, а кто-то не знает. Их листочки с одной стороны гладкие, а с другой шершавые. Поэтому так и называют. Типа с одной стороны мать, а с другой стороны мачеха.